мощностью было 500 тысяч тонн. Для того, чтобы построить этот завод, обязательно, вот сейчас вот меня слышу, говорит девушка, значит, то, что на сегодняшний день это хорошая идея, это первоначальная идея в Темиртау, очень хорошая. Я горжусь такими людьми, которые действительно хотят заниматься производством и утилизацией именно твердобытовых отходов, а не только пластика и пленки и бумаги. Почему? Потому что это считается как коммерческий мусор. На сегодняшний день цель строительства заводов – это первоначальный этап для того, чтобы перейти дальше в модернизацию от управления твердобытовыми отходами и захоронения их до конца довести до 90%. Возвращаемся к нашему менталитету. Мы привыкли связывать мешки, бросили его, как говорим, 30% это в одном городе. Я говорю масштабно о всей республике. Да, да. О всей республике. Я не говорю сейчас об одном городе и Астане, то, что мы построили. Это честь и хвала. И, кстати, самое интересное, этот завод в Астане, еще хочу подчеркнуть, он долго строился. Он с 2007 года по 2008 год, как вы помните, наступил кризис. БТА-банк потом нам прекратил финансирование. Благодаря главе государства взял на контроль, и глава государства дал указание, чтобы этот социально-экологический проект его запустить. А он действительно не имеет аналогов СНГ? Да, вот вчера я только вернулся с России, и сейчас, после того, как мы построили этот завод у нас в Астане, у нас, понимаете, у нас не только сортируют, я еще раз говорю, объясню, то, что мы отсортируем пластик, пленку, черный, цветной металл, бумагу и так далее, то